Тише, анти-РФ. Снаряжение, рюкзаки. Здрасте, Андрей. Я Андрей. Так, сейчас мы посмотрим на один из самых крутых и прикольных рюкзаков. Кто это делает? Гривл, да? Что Гривл делает? Мне кажется, Гривл. Рюкзак Freeride Pro. Соответственно, предназначен для фрирайда, как ни странно. Очень коротко пробежимся по фишкам. Поскольку люди падают, в поясе нет жестких ломающихся элементов крепления. Единственный элементик — это вот такая вот металлическая штука, но опять же она достаточно плоская. Вы себе ничего не сломаете, главное, ничто не сломаете рюкзака, уедете. Боковые карманы, естественно, можете что-нибудь убрать. Ткань непромокаемая. Спина крепкая. Спина при этом съемная. Я боюсь, сейчас я не найду, в каком месте она достается, но она достается, поверьте мне на слово. Карман для быстрого крепления сноуборда. Здесь лямки достаются, лямки прорезиненные, не скользят. В лямках есть специальный карман для питьевой системы. Сюда же прячется, насколько я понимаю, триггер приведения в действие антилавинного спасательного устройства. Вот так оно выглядит. Здесь специальные боковые карманы. Если вас накрывает лавина, вот эта штука надувается к небу баллончиком с одной стороны и с другой стороны. И, соответственно, вы остаетесь живы, с подушечками, почти что с котиками. Можно плед захватить. Огромное количество карманов. Вот раз карман, внутри бумажка и еще один карман. Внутри крепление для шлема, перчаток, не знаю, какой-нибудь снаряги вашей. И еще один карман, в котором коробочка. И еще один карман, куда можно тоже что-нибудь очень важное убрать. Этот карман, кстати, мягкий, защищенный. Здесь можно носить плеер, фотоаппарат. Изнутри, кстати, похож на фоторюкзак очень сильно. Такая бархатистая ткань. Это все непромокаемое. Снегозащитные жесткие вставки, чтобы оно все не болталось и никуда не улетало. Вставку можно, в принципе, как бы отфиксировать, и, соответственно, получится доп. А, даже так. Вот этот карман, он, в принципе, съемный. То есть где-то здесь в комплекте должны быть ремешки, чтобы можно было его снять и надеть на пояс, например, куда-нибудь. И еще один карман, в котором еще один карман. Вот, кстати, система крепления для фотоаппаратного отсека. Места для палок трекинговых. И еще один карман. Вот, собственно, система безопасности антилавинная. С еще одной штукой. И, если я не ошибаюсь, тут должен быть карман где-то еще снизу для съема спины. Spine removal. В общем, да, извините, мы сейчас не можем найти карман, мы в нем запутались, но спина здесь тоже съемная. Рюкзак очень крутой, стоит он достаточно много, но тем, кто катается на фриборде, может быть, фрирайд, это все очень актуально. Заходите в наш канал, заходите в наш сайт, ставьте лайки, пишите комментарии. Если кому актуально, рюкзак можем потестить, покататься, показать, как работает система. Сейчас, к сожалению, пока снега нет, нам самим он очень нравится. И вся фурнитура, соответственно, такая вот. Ничто не сломается. Шанти-РФ, Андрей, Москва, и уже пахнет снегом.